Строительство новых, реконструкция старых. В регионе приводят в порядок мосты и транспортные развязки. До конца года планируют сдать как минимум 8 таких объектов. Масштабное обновление коснется и других переправ Ульяновской области. В списках на скорую модернизацию 29 конструкций. Средства на их ремонт запросят у федерального центра. Для этого создана программа «Мосты и путепроводы». В настоящее время мы приступили к проектированию ряда из них. Наиболее крупные – это реконструкция Пушкаревского кольца. Это строительство развязки в районе Заводская с реконструкцией существующего моста через Минаеву, строительство развязки по улице Шевченко и ряду других основных крупных объектов, которые благотворно повлияют на развитие транспортной структуры города Ульяновска. Для этого отремонтируют не только мосты, но и прилегающие к ним дороги. Например, магистрали у путепровода по улице Кирова. В планах на ближайшее будущее расширение локомотивной, где в часы пик скапливается огромное количество машин. Локомотивная прямо практически от самого начала, Надо посмотреть, можем ли мы хотя бы, так сказать, одну полосу добавить для того, чтобы у нас здесь не было проблем с тем, чтобы, так сказать, транспорт где-то останавливался, и уж тем более общественный транспорт. Что касается самых масштабных работ, напомню, это строительство левобережной развязки президентского моста. Там стройка выполнена на 35%. Как и прежде, подрядчик идет с опережением графика. Новый объект планируют сдать в сентябре следующего года.